Ага, ну чё, кого? Прикупил еще три медиатора. Но Just 3. Ошибка, они мне понравились. Я вот таким красным проиграл 2 месяца. И он до сих пор еще живой. Ну, учитывая, что я всякие слайды там делаю страшные. Ну, то есть, как бы износ такой у них очень долгий. Стоят они по сотке. Ну, учитывая, да, износ, в принципе, это вообще стоит того. Вот, если сравнивать с обычным медиатором, то получается, они, конечно же, поменьше. Но играть очень удобно. Так что да, мчимся к Владу. У него есть в наличии хорошая вещь.